Доброе утро, друзья. Очень, конечно, жаль, что у нас сегодня доброе не у всех. Хочется, чтобы было доброе каждое утро. Так, я налью себе немного кофейку с бутербродом. Вчера полную чашку налила, с трудом выпила. Даже прям переела. Поэтому сейчас только половинку. Кстати, вчера вечером Лера съездила в магазин, купила мне вот такой пластик. Я не знаю, в каком она ее магазине покупала. Посмотрим. Такая бесшовная, знаете. Не знаю, насколько хватит. Понравится, нет, носить. Но подтянула так. Я, знаете, джинсы заправила. Теперь такое ощущение, что у меня джинсы спадают даже. Или съезжают, потому что как бы синтетика. Я вчера со всеми делами до противня не добралась. Не добралась. Ну, не знаю, у меня еще несколько дней. Сегодня, возможно, опять не доберусь. Вот такой вот у меня бутерброд. Всем, кто завтракает, приятного аппетита.